Так, собственно, я покажу, что такое бампер. Полностью ободочек, то есть посередине нету ничего. И такой же есть вот розовенький. То есть тут не черный скорее, а идет прозрачный такой, как бы он не кремовый, а серенький, в общем. Ну, то есть он прозрачный. Сейчас его открою. Вот, прозрачная такая штучка. Довольно-таки красивая, кофейная, вот, точно, цвет кофейный. Так, вторая. Вторая розовенькая. Тоже на телефон мы ее мерили, довольно-таки красиво. Это что по бамперам. Далее у нас есть такие обычные пластмасски, они назад на телефон. Вот это очень красиво смотрится. Вот этот цвет и беленький. А, да, вот это тоже очень красиво смотрится, такая голубая. Есть у нас вот беленькие. Вот, он офигенно смотрится на телефоне. Сегодня забрали несколько штук. Так, ну и розовый. Ну, в общем, они все красиво смотрятся, но вот эти, которые я показал, три, они основные. Розовый также офигенно смотрится. А, красный, красный на любителя. Что там еще есть? Фиолетовые есть, есть вообще прозрачные, вот черных у нас очень много. А, вот этот цвет, короче, получается такой прозрачненький. А вот это матовые, матовые красиво смотрятся. Черный, матовый. Так, синенькие есть. А, это на 5 iPhone. Вот синенький на 4 iPhone. И есть, ну это красный, черный, фиолетовый, в общем. Есть где-то были еще прозрачные, вот вообще прозрачные. Все такие вот основные цвета.